Они думают, что я приезжаю не к ним, а к коту. Коту? Выхожу в квартиру, мама с бабушкой выходит в коридор встречать. Сейчас. Здорово, как у тебя дела? Как ты себя чувствуешь? Новые соседи. Нормально? Как дела? Ругать, я не могу сказать. Нашла в соцсети, это внук. Внук пишет про свою бабушку. В 1991 году мы были с бабушкой на даче. По радио объявили, что умер Фредди Меркьюри. И всю ночь она плакала и слушала его концерт. Хотя до этого никогда о нем не слышала. Бабушка любила кататься вечером по Садовому кольцу на троллейбусе. Изводить мою мать, смешно шутила, легко обращалась с матом. Бегала, как будто ей 20, назвала собаку Бульон, в молодости летала на самолетах и рассказывала, что Акуджава написал про нее песню. Она умерла внезапно, вдруг, совершенно не от того, чего всю жизнь опасалась. Я не сразу понял, как сильно мне ее не хватает. Все мое детство я записывал ее на магнитофон, слушал ее истории, рассказывал свои, не отлипал от нее подолгу вечерами. Нет ни дедушки, ни бабушки, не стало дяди. Прошло 14 лет, и это страшное ощущение, когда ты хочешь позвонить вдруг и понимаешь, что некому. Я скучаю. Ну не купили же? Или купили? Нет. Нет, тогда я совсем с ума сойду. Как ты сказал? Лебеди в озере. Эту картину Михаилу подарили на 40-летие. Что ты говоришь? Поздравляю с рубежной датой. Начинай откладывать похоронные. Вы кого-то ждете? Я никого не жду, я жду только смерть. Ты ждешь, Миша? Уже нет. Ну, откройте мне знакомство. Мама, открой! Что это смерть пришла, она ведь ждать не будет. Она уйдет, тебе придется дальше. Я мимо пробегала. Я вдруг подумала, давно у Лены Андреевны в гостях не было, решила зайти. У меня телевизор сломался. Полоса через весь экран. Все как в райском саду. Блондинка, брюнетка, вы краситесь? Нет. Мать природа. Он вам не сказал, что женат? Нет. Ты хотела обмануть женщин? Я тебя не узнаю, где твоя совесть. Я же перестала. Нет, он мне говорил. Но он так говорил, что я подумала, будто вы умерли уже. Кто сказал? Хоронил меня, что ли? Миш, ты почему молчишь? Миш, ты говори с нами. Не молчи. Мама, сделайте нам чай, пожалуйста. Давайте покрепче, что-то все очень бледные, надо обогреться. Маша, где ты была ноябрь? Декабрь. Февраль. Январь. Соль, молоток, стремянка, дрянь, что ей надо? Поздравляю, как раз твой возраст. Будьте друг другу йодные сетки, Александр. Кто притащил? Нарядилась, как проститутка. 36, его опять. А мы с ним были бы счастливы, я даже уверена. Он прекрасный человек. Да. Ест плохо. В столовой берет капусту суп, а половину все равно не доедает. Он даже чай не берет, а берет кружку и наливает бесплатно кипяток. Что так плохо? Он пьет кипяток маленькими глоточками и все время смотрит в окно. А вообще, еще хуже.
Дай мне твой кусок, ты еще раз попробуй. Ой, сколько лет мы не виделись, Олюшка? Ой, Ба, не помню, лет 5, наверное. Тебе чай наливать? Ой, нет, у меня отрыжка от чая. Компот есть? Могу сделать морс. Нет, меня изжога забыл, что там кислота. Налей просто воды, Лёв. Так мы не виделись, Олюшка, 9 лет. Ты ведь как уехала в свою Москву, так и носа там не показывала. Че там не видела-то вас? Вся родня, одни алкаши да неудачники. А мы вспоминаем. Соскучилась. Оля, по родине. Да, у вас же такие красивые места. А-а-а. Я видел передачу по National Geographic показывали. Сибирь, медведи, суровая красота. Оль, может, отнем отпуск себе на родину? Посмотрим в Россию. Ты с ума сошел, да? Дороже, чем в Испании. Слушай, Ба, а ты надолго к нам приехал? Ой, не знаю. Что-то сердце совсем задавило. Думала, ты меня по врачам поводишь. Ну, и в больнице могу полежать. Я не тороплюсь. Полгодика могу погостеть. А вот как вам мой штрудель, Марья Васильевна? Ой, а я какие шарики пеку. В русской печи настоящие. Окей, Google, шаньга. Информация Википедия. Шаньга – русское блюдо. Круглые открытые пирожки, название особого рода. Да ты что, не видел шаньги, что ли, а? Нормально? Да нормально. Лёх, ну ты это не обращай внимания. Нормально все. Надо берушь поискать, где-то валяется. Лёх, ну что так лежать? Давай лучше сексом позанимаемся. Я тебя умоляю. О, берушь нашел. Спи давай. Твоя фамилия? Никакая не московская, я смотрела эти молоки. А какая? Ахохляцкая. Ну ничего, и вы найдете своего принца, только надо внимательнее смотреть. А, пусть они смотрят сами. А это вы зря, потом будете кусать локти лет 40. А тут такая самоуверенность. Жизненная мудрость, вас много, нас мало. О, то есть нужно хватать первого встречного, чтобы потом после 40 гордо предъявить в социальной сети. О, у меня есть, это вы мне? Нет, вы молодая и очень красивая, Маша. Оля, это не публичный разговор. Я не хотел тебе говорить, но твоя бабушка черный маг. Так я не понимаю, в чем, собственно, дело, а? Оля, я агностик, я материалист, но твоя бабушка обладает паранормальными способностями. Лёх, ты что, виски пил, да? Да, Анна, расскажите мне, чем барельефы отличаются от барельефов. Вот идем, Оль! Да ладно, что ты сразу щемишься? Говори, говори! Ни в чем себе не отказывай! Оля, она прочитала какой-то заговор. В этот же день на меня наехала налоговая. Курьер уволился, поставщик слился. Это все в один день. А еще, Оля, у меня в боку заколола. Ужасно прям. Я пошел к врачу, и что ты думаешь? Что? Рак. Заткнись, камень в желчном. Ты сюда пришел рассказать мне про камень? С ней нельзя контактировать, твоя бабка ведьма. А я-то думала, что ты соскучился, пришел рассказать мне о своей любви. Ну при чем здесь это? Леха, ты меня любишь или нет? Да мальчика Вава, он пришел поплакать. Слушай, заткнись уже, а? Хватит! Пойдем отсюда. У скульпторов руки сильные. Я что-то ничего не поняла. Это твоя подруга? Ну да. Ты плохо разбираешься в людях. Поехали ко мне.